Вопреки расхожим представлениям, кембриджские экзамены сдают не только школьники и студенты. Они популярны и среди взрослых. Среди тех, кто уже давно закончил вуз, но, зная не понаслышке о концепции непрерывного образования, готов вкладываться в свое личное и профессиональное развитие и достигать амбициозных целей, в том числе и в плане изучения английского языка. Другой причиной, по которой занятой взрослый человек принимает решение сдать кембриджский экзамен, является желание повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Результаты исследования English at Work, в рамках которого было опрошено 5300 работодателей в 38 странах мира, показали, что 50% работодателей изначально предлагают более выгодные условия соискателям с высоким уровнем английского. А сотрудники со свободным английским, по мнению 50% опрошенных, быстрее строят карьеру и, по мнению 46% опрошенных работодателей, быстрее получают повышение зарплаты. Известно также, что зачастую компании предъявляют соискателям требования к знанию иностранного языка, даже если он не понадобится кандидату в работе. И не готовы снижать эти требования, даже если кандидат им подходит. Сертификат международного образца является надежным подтверждением языкового уровня соискателя. А отсутствие необходимости пересдавать кембриджские экзамены по истечении определенного периода времени обеспечивает 100% готовность обладателя кембриджского сертификата к конкурентной борьбе за желанную вакансию. Каждый, кто мечтает о высокооплачиваемой престижной должности в хорошей компании, каждый, кто хоть раз видел себя в качестве сотрудника известной компании с представительствами, например, на территории США или Великобритании, должен помнить, что при трудоустройстве во многие организации, как в России, так и за рубежом, сертификат международного образца является неоспоримым преимуществом потенциального сотрудника. Уже сейчас огромное количество молодых людей в нашей стране сдают языковые экзамены, чтобы в дальнейшем продемонстрировать потенциальному работодателю владение английским языком на уровне, необходимом для получения искомой должности. А сами работодатели используют инструменты стандартизированного языкового тестирования как при наборе персонала, так и в рамках программ повышения квалификации. Ярким примером здесь является один из крупнейших банков России, где на протяжении нескольких лет используются кембриджские экзамены как инструмент лингвистического аудита. Более развернутый список компаний, признающих кембриджские экзамены, всегда можно найти на официальном сайте Cambridge Assessment English.